В Чебоксарском микрорайоне «Новый город» в день города откроется второй корпус детского сада номер 205. В нем будут физкультурные и музыкальные залы, а также бассейн. Внутри почти все готово к приему малышей. Персонал проводит генеральную уборку, застилают кровати и расставляют мебель с игрушками. 240 ребят на днях наполнят эти комнаты смехом и веселыми голосами. Напомним, в рамках реализации нас проекта «Демография» по созданию мест для детей ясельного возраста в Чебоксарах запланировано строительство 10 садиков. Это позволит охватить дошкольным образованием около 10 тысяч детей с полутора до трех лет.